вы, наверное, не помните, но даже когда я еще поступал на юридический, была статья в Уголовном кодексе «Гомосексуализм». Тем не менее, ее отменили, и вообще без каких-то проблем уже даже не заметят. Это статья о гомосексуале. А вы готовы разрешить гей-браки? Я считаю, что нам нужно идти по пути, по которому шло США до решения Верховного суда, а именно проводить референдумы на уровне субъектов федерации. Отношение к гей-бракам, безусловно, будет очень разное в Дагестане или Санкт-Петербурге. Но... Что там про Дагестан? Да я сам в шоке. Уже тогда они хотели свои руки до Кавказа дотянуть, бага. Я раньше думал, что нормальный. Гордон, Невзоров и Навальный. Таких еще не видел вздоров, чтоб на кресте плясал Киркоров. Хотят нас извратить по локти гусиным европейским шагом. У них мальчишки красят ногти, готовясь к однополым бракам. У нас глаза закрыты ложью. Не верим в пятую колонну, они же нашей молодежью ведут нас в пропасть по уклону. Они же нашими деньгами манипулируют умами и семимильными шагами по европейскому канону ведут нас в пропасть по уклону. Проснуться нам пора, страна, там балом правит сатана. Хотят всех нас застать врасплох, но с нами Русь и с нами Бог.